14 сентября начался официальный старт продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018. Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что федерация разработала систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. Продавать билеты планируется в несколько этапов. Первый продлится с 14 сентября по 12 октября. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди. После официальной жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт второй этап продаж. Билеты, приобретенные в ходе первого и второго этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Российские болельщики могут приобрести билеты четвертой категории на матчи ЧМ-2018 по специальной цене от 1280 рублей.